Всем привет, ребята, вы на канале Crypto Commons, и сегодня супер быстренький апдейт по ситуации, потому что надо бежать. Смотрите, что я хочу вам сказать. Ну, во-первых, спасибо, что подписываетесь на канал, ставите лайки, пишите комментарии, это все очень-очень радует. То, что такой экспоненциальный рост у нас не только крипты, но и нашего комьюнити с вами. Вот, смотрите, какая ситуация по биткоину. Все сейчас ждут коррекции. Да, все ждут, что ну, в какой-то момент мы же должны все-таки упасть вот на 4-часовик, если мы переключимся. Вроде как у нас тут двойная вершина такая красивая вырисовывается, и что мы сейчас типа бум, должны упасть куда-то снова на ретест там наших нижних точек поддержки. И альт-сезон вроде как себя не оправдывает. Вон, видите, альты все красненькие. Ну, не считая доджкоина, конечно, который это просто отдельный разговор, но... Но смотрите, что я хочу вам сегодня сказать. Небольшое предостережение вам сделать. Да, конечно же, вот мы отдаляемся на дневной таймфрейм или на недельный, то нам, возможно, кажется, что да, у нас там и сетка с вами средних скользящих, вон она где-то еще внизу, в районе 20 тысяч, что типа пора бы нам ее потестить, сходить. Но смотрите, есть какой момент, дорогие мои товарищи трейдеры. Ходлеров это не касается. Ходлеры можете сразу пропускать это видео и идти дальше ходлить. Но трейдеры, которые сейчас пытаются поймать откат, либо кто сидит в тезере, ждет вот этих вот значений, чтобы докупиться, да, там ниже 30, или кто, не дай бог, шортит это, смотрите, какое предостережение вам. Ну, во-первых, вот у нас по маркет-шифру здесь зеленая точка. Если вы видите, это достаточно сильный сигнал в краткосроке, как минимум на лонг. И money flow индекс здесь тоже зеленый, как вы видите. То есть все сигналит на продолжение роста. И кто не видел, кстати, урок по маркет-шифру, это очень крутой индикатор, он вообще платный, но у нас есть бесплатная китайская копия специально для вас, индикатор криптофейса. Посмотрите урок, сейчас сверху он у вас появляется. Делал разбор по этому индикатору. Вот что я хочу вам сказать, друзья, что на самом деле мы находимся с вами в бычьем тренде. Не забывайте, пожалуйста, об этом. И если мы посмотрим, отдалимся на недельке и посмотрим наш с вами логарифмический канал регрессии, да, что мы обычно делаем с вами на этом канале, мы фокусируемся на долгосрочном движении, а не на краткосрочной волатильности, то мы с вами видим здесь, что мы прекрасно идем по этому каналу и продолжаем по нему движение наверх. И, собственно, если мы здесь переключим на вот эти индикаторы, на EMA Ribbon, нашу любимую, и включим BIM Bands, который показывает нам коридор цены по Stock to Flow, то мы с вами видим, что в целом мы идем наверх. И признаков глобально шортить это на разворот пока нету. А все те, кто думают, что биткоин сейчас соскамится и пойдет ту за дно, просто не понимают рыночные циклы, еще раз говорю, потому что вот у нас был бычий рынок, вот у нас был бычий рынок. И как мы с вами видим, бычьи рынки всегда так, вот так вот не заканчиваются, как сейчас. Они всегда гораздо более резкие, гораздо более экспоненциальные, чем все ожидают. Потому что это-то мы смотрим в логарифме. А если вырубить логарифму, то вон оно как взрывается все, как оно взрывалось. И как оно будет взрываться? Потому что, смотрите, вот в сравнении с предыдущим циклом, мы сейчас с вами находимся где-то вот здесь. Где-то вот здесь, на переписывании all-time high и 2x от all-time high. То есть, вот мы сейчас, вот эту небольшую коррекцию, которую мы ждали, вот он, типа такой, мы ее уже с вами видели, если что. Мы уже падали на 29 тысяч. А дальше что происходит? Посмотрите, бабах, бабах. Вот еще одна небольшая маленькая коррекция, которая тоже скоро, наверное, будет. Но потом бабах, потому что, знаете почему? Потому что никто не верит, никто не покупает. Все сидят в тезере, все шортят умные, и на этих шортистах на топливе мы летим наверх. Поэтому короткое предостережение сегодня мое для вас будет в том, что не дайте себя обмануть, не дайте себя вытряхнуть из лонга. Да, вот я тут рисовал вот эту маленькую желтую штучку, но она уже не отработала, ее можно удалить. Вот мы увидели красную свечку. Я ничего не говорю. Может быть, конечно, мы сейчас еще увидим одну красную свечку, но на недельных хайканаше вроде как это свеча разворотная, посмотрите. Такой доджик, к разговору о доджкоине. И дальше опять зеленая. То есть, по идее, мы сейчас можем увидеть еще несколько зеленых недельных свечек, просто чтобы всех отыметь, понимаете? Всех, кто шортит и кто не верит. И потом еще одну такую коррекцию мы можем увидеть. То есть мы можем это экстраполировать просто как-то вот так вот, например. То есть, может быть, мы еще и вернемся к этим уровням когда-то, но типа позже. Короче говоря, не дайте себя вытряхнуть из лонга. Вот что я хочу сказать, ребята. Потому что, да, конечно, будут короткие коррекции, но это не значит, что надо выходить в тезер, особенно на всю котлету. Держите хотя бы 50% в крипте. Особо сильно не плечуйте. Если сильно плечуете, ставьте стопики. Вот. И не сомневайтесь в том, что мы попрем дальше наверх. Вот что я вам хотел сказать.
а также наши друзья с канала Pro Blockchain запускают новый AirDropBot с кучей призов, с отличной реферальной системой. Как это работает? Ссылочку вы найдете в описании видео, либо в закрепленном комментарии. Вот она, AirDropBot. Нажимаете на нее, открываете бот в Телеграме, говорите ему старт и выполняете несколько несложных заданий, типа подписаться на канал и так далее. Дальше вы автоматически получаете их нативные токены блок. Вы можете приглашать друзей по своей реферальной ссылке и автоматически участвуете в розыгрыше крутых призов, который будет подведен после 28 февраля. Из главных призов это крипто-тачка, кастомовая тачка на тему крипты, также кошельки холодного хранения Ledger Nano S, Trezor, и также биткоин и эфириум прямо в виде чеков в боте из серии «Кто первый прочитал, нажал, того и деньги». Вот, так что участвуйте, это наши друзья, так что можем гарантировать вам, что это честный конкурс, никакой не скам. Добавляйтесь, ссылка в описании. Про блокчейн AirDropBot. Новости у нас прекрасные, вон MicroStrategy, новые максимумы. Илон Маск опять же твитнул о Dogecoin. Он просто твитнул, а цена опять запампилась. Ну, тут пишут на 50%, но на самом деле она на 1000% запампилась за эти пару недель. Так что смотрите, новости вообще не читайте. Они будут между строк их читать, потому что они будут сейчас медвежьи, начнут писать, что все будет падать. Тра-та-та. Это все полная фигня и вбросы. Поэтому смотрите. Что тут можно сказать? По альтам посмотрим в следующий раз, хотя тут тоже все прекрасно по альтам. Эфир вообще невероятно круто смотрится. И Stellar пошел к биткоину тоже, вот уже 1000 сатоши переписал, что очень радует. Биткоин кэш скоро начнет стрелять. Dash все идет по плану. Вот. Chainlink даже опять переписывает all-time high. Эфир классик. Все идет по плану, ребята. Кроме, еще раз говорю, я не берусь утверждать про Uniswap, про Polkadot, про даже про Binance Coin, который уже на all-time high, я бы пока не торопился. Короче говоря, еще раз, про альты поговорим позже, но как вы видите, все те альты, которые я вам говорил набирать, уже начинают стрелять. Но в основном только Dash еще только-только начал стрелять, поэтому, слушайте, все будет окей. Не дайте себя вытряхнуть ни из альт-сезона, ни из биткоина, потому что, смотрите, биткоин, да, будет продолжать расти, естественно, сейчас, но альты, судя по всему, если мы по доминации повторим вот этот сценарий 2017 года, когда мы были вот здесь вот и проломили эту, и доминация посыпалась вниз, вот здесь тоже все подумали, что все, это конец альт-сезона, а дальше посмотрите, что произошло. Массивнейший альт-сезон, да, то есть когда доминация упала вниз, это значит, что альты росли вверх. И сейчас мы видим что-то подобное, скорее всего. Вот здесь все сейчас такие подумают, ну все, альты мои иксанули, там x2, x3 сделали, может быть, мы увидим отскок, но дальше, если мы увидим вот такое, все, ребятушки, будут просто сотни иксов на альтах, поэтому купили дешево, сидите в них уже и не дергайтесь. Потому что, еще раз говорю, по Dash'у там до all-time high только 15 иксов еще чесать и чесать. И по другим монетам, к биткоину тоже их смотрите чаще. В общем, ребята, нас ждут невероятные на самом деле иксы. Главное верить и спокойно сидеть, потому что в рынке побеждает тот, кто умеет ждать и забирает деньги от того, кто ждать не умеет. Ну а если вы хотите поторговать этой безумной волатильностью, не забудьте про биржу Femex, на которой нереально просто сейчас тоже все пампится. На споте вы можете торговать вообще с нулевыми комиссиями. Фьючерсами вы можете торговать тоже всеми вот этими монетами, в том числе золотом. И самая крутая фича, которую вы найдете в описании видео и в закрепленном комментарии, это то, что биржа Femex сейчас раздает невероятные бонусы до $680 на ваш депозит. Вот все требования к бонусам, вот важные дисклеймеры и период проведения акции. Тут его нет, сейчас я допишу. Короче говоря, вы можете получить $50 бонус за 0.1 битка, плюс $80, $100 за 0.2 битка, $400 за пол битка, плюс $80 регулярных, и $600 за полтора битка. Вот, ну а по бирже Femex у меня есть урок, который сейчас появится сверху, если вы его еще не видели, посмотрите, обязательно. Ну и не забудьте добавиться к нам в Telegram, если вы еще этого не сделали. Тут вон ребята постят очень интересный теханализ, кстати говоря, местами. Так что вот такие сегодня мысли по рынку. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. С вами был Флава, он же Грэнни Джо, это канал Crypto Commons. И всем большущего профита. Подпишитесь на канал, ставим лайк.